Девочки, как вы относитесь к таким клипсикам? У меня вообще такая какая-то своя собственная жизнь вне стран, вне Израиля и так далее. То есть я, конечно, не веду жизнь классической израильтянки. Да и в Москве не веду жизнь классической москвички. Так как-то сложилось у меня вот сейчас в связи с этими мотаниями между двумя странами, да? Я какую-то придумала себе свою собственную третью жизнь, которая позволяет мне это все комбинировать. Не так, как в России, да, вот у нас традиции же, да, такие, эх, культурные, литература, ух, там, балет, эх, там, театр, ого-го, там, 100 тысяч миллионов театров только в одной Москве, там, из них план детских, план таких, всякие, хоть театр абсурдный, театр какой хочешь, там, пластический, музыкальный, и зверей, вот, и цирков еще 80 штук. То есть там, конечно, этого всего нету, да, но там такая более такая тихая, такая расслабленная, немножечко деревенская жизнь. Я за тебя все объявлю. Да. Татьяна Буцкая, главный редактор журнала «Роды.ру». Да. И от имени журнала «Роды.ру», а также от имени ЖЖ-сообщества «Принатал» дарит мне эту прекрасную коляску, которую я не знаю, как транспортировать в Израиль. Тель-Авив очень, конечно, веселый тусовочный город, город для молодежи, идеальный для отдыха, для туризма. То есть там есть и море, и клубы. И рестораны вкуснейшие, то есть это одна из самых вкуснейших стран в мире. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы, везде есть свои сложности, везде есть свои достоинства в любой стране. Нет такой страны, что ты приехала здесь так легко, какой-то такой парадайз, а вот там плохо, плохо, все плохо. О, а ногти, а ногти? Какое красивое украшение, Настя. Откуда тебе такое? Я сама сделала. Ты сама сделала? Обалдеть. Какая я рукодельница. Какая ты рукодельница, однако. То есть до того, как я туда переехала, мне бы в голову не могло прийти, что я умею делать какие-то украшения, там, браслеты и заколки. Сейчас вышел телевизионный сериал 16-серийный, который мы вот как раз ровно перед моей беременностью закончили снимать с моим любимым режиссером Катей Двигубской. Сериал «Твой мир». Он такой мистический детектив, который назывался, рабочее название было «Антиквар», то есть там все было связано с антиквариатом, со стариной, такой всю загадочную, мистическую, триллероидную. Вот. И как раз тоже вот он недавно совсем прошел по телевизору. В общем, короче, я на экранах, я молодая, стройна, а в жизни я вот... Сейчас делаю главное дело своей жизни, вынашиваю свою доченьку. Ну, я надеюсь, что скоро я опять вернусь на съемочную площадку. Вот. Конечно, скучаю очень уже по работе. Девочки, принимайте меня. А я прямо вот так, с головными ножами, да? Да. Да, сын ждет. Правда, он, конечно же, у него была очень страшная обида на весь мир, когда он узнал, что это будет не братик, а сестричка. Потому что он очень хотел братика. И планировал с ним играть в футбол, и карточки, и гонять на велосипеде. И тут такой облом, вот девочка сонет. Мне не нравится Голливуд, мне нравится Нью-Йорк. В принципе, это прям город моей мечты. Я бы, вот если бы не была такая дурында, там, в 20 лет, я бы, наверное, все-таки отправилась бы в Нью-Йорк попытать счастье. Но сейчас я уже обременена 48 детьями. И надеюсь, что я все-таки туда попаду, конечно, но уже не штурмуя с киностудии, а выстрелив с каким-то российским там проектом, да, и будучи замечены кем-то. Театральной жизни у меня, к сожалению, нет, потому по тем же, по всем причинам, то есть, как бы, чтобы играть в театре, надо жить в стране, да, то есть, либо там, либо здесь. Очень завидую театральным актерам и знаю, что это в моей жизни тоже обязательно случится. Но пока, вот в плане актерской карьеры, конечно, у меня вот кино на первом месте. И на первом, и на последнем. Общаться-то я могу с кем угодно, но что такое Чебурашка, никто не знает, кроме русского человека. Понимаешь, да? То есть менталитет, он менталитет. То есть мне, конечно, приятнее общаться с людьми, с кем я говорю на одном языке, да, в психологическом смысле, да? Не на одном языке, как бы, как не языке, а в смысле английский, там, французский, иврит. А в смысле, да, кто знает, что такое Чебурашка, кто знает, что такое Новый год, кто знает, что такое, кого в октябре-то принимали. А у меня в ЖЖ такое есть сообщество. Мы с моей подругой открыли специальное такое женское, ну, оно по ходу дела получилось женское, мы на самом деле не планировали какую-то целевую аудиторию изначально, называется оно «Я супер-пупер». И там мы девушкам предоставляем возможность совершенно в наглую
и без всяких стеснений хвастаться всеми своими жизненными достижениями. То есть начиная от каких-то новых покупок, новых туфель, кончая там постройкой дома, рождением детей, рукоделием. Ну, в общем, все-все-все, чем девушки хотят похвастаться, они могут похвастаться у нас в сообществе. И а чем, собственно, наше сообщество уникально? Тем, что оно очень позитивное. То есть там нет вот этого, вот, как обычно, начинаются какие-то холивары, какие-то оскорбительные комментарии. То есть мы стараемся, чтобы у нас такое было все ми-ми-ми, приятное. И чтобы девушка, которая, ну, рассказала про какую-то свою там удачу или там про какое-то свое там новое приобретение или новую поделку, чтобы она не боялась, что сейчас ее все посрут. А наоборот, получила бы максимум позитивных отзывов и комментариев. Мне кажется, сейчас действительно не только ЖЖ, а вообще на просторах интернета очень мало пространства, очищенного от негатива. Вот. И, ну, мне кажется, нам удалось. У нас достаточно уже много читателей, и все такие очень мимимишечные, все друг друга любят, поддерживают и никому не портят настроение. Я ЖЖ только с Инстаграмом из меня, больше ни с кем. Лети, моя душа, лети, мой тяжкий рог, под облаками благи.